В Алматы 16 июля на неделю будет отключено телерадиовещание. Как сообщило на своем сайте акционерное общество «Казтелерадио», временное отсутствие телеканалов связано с внедрением в городе цифрового телевидения. До 16 по 22, не раньше, не позже, они должны провести. Мы официальное письмо АО «Казтелерадио» направили, что они свои все технические процедуры должны провести в период 16 по 22 июля. Ранее сообщалось, что одновременно отключить должны были 14 телеканалов и 12 радиостанций с сегодняшнего дня. Но ввиду технических вопросов работы сдвинули на неделю. Руководитель радиотелепередающей станции Коктубе Сергей Заднепровский сообщил информационному агентству «Тенгри Ньюс», что сроки технических работ переносятся уже в третий раз.